Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft Summon & Pixelmon, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 38-ю серию, что ли? Ребята, какие планы на эту серию? Что я хочу сделать в этой серии? Но сначала вот эту пиндоску захреначили, главное, чтобы она нас не убила. Накаркал нахрен. Я надеюсь, наш Лайрончик что-то сделает. Потому что, ребята, какие планы в этой серии? В этой серии я хочу словить, ну, может, одного-двух покемонов, если, конечно, получится их вообще найти, да? Каких-то нормальных, в принципе. И хочу что-то сделать до ночи, потому что ночью я хочу пойти на Бишарпа. Знаете почему? Потому что в этой серии я хочу прокачать уже Ханчкрова к 35-му и нафиг его выложить в компьютере. На его место взять, допустим... Нам бы, если честно, нужно травяные покемоны, потому что травяных у нас нету, вроде. Ну, например, тот же Бульбасар, словить еще кого-то, потому что водные у нас есть, огненные у нас есть, а травяного в команде нету. Поэтому, ребята, 6 уровней Ханчкрову или как, ребят, вот это имя, фиг его знает. Опа, и Лайрон уже эволюционирует, то есть Ханчкрову тому... Тому еще где-то 6 уровней осталось. В принципе, если мы пойдем на бишарпах, это прям очень быстро прокачаемся. И плюс к тому, Лайрончику, точнее уже Агрону, уже не Лайрону, он уже эволюционирует, тоже осталось пару уровней. То есть ему осталось где-то 3 уровня, сейчас посмотрим, давайте. Агрон. Ему осталось тоже 3 уровня. То есть, если мы пойдем ночью на бишарпов, нам где-то нужно будет прокачать 6, 7, 8 уровней, и, в принципе, все, и мы уже можем выкладывать сразу двух покемонов в компьютер. Нет, я не хочу. Я хочу сначала Снайви. Ребята, ну что, потопали? К ночи нам где... Ну, не знаю, почти, не почти, но все же. В какую сторону? Давайте вот ту. Так. Ресурсики у нас есть, то есть покеболы есть, вот это все есть. Давайте сначала возьмем вот это. Быстренько вот это. Быстренько поменяем, точнее. Меньше звука, то сдуреть можно. Ух. Это куча снайви, но зато лагучий. Нет! Вы чё, чурки, двое? Вы двое в бою, чурки! Две снайви заспавили около музея, эти две чурки в бою. Пожалуйста. Во. Я тебе прямо фейс кидаю, а она такая невидимая. То есть им пофиг, она жопой там вертит, ходит себе мимо, крутит. Фиг попадешь. Пожалуйста. Вот зараза. Квикбол. Ну, такой уж рекомендованный квикбол. Давайте посмотрим. Потому что я тебя фиг отпущу с Снайви. Нет. Я тебя... Ты что, издеваешься? Ты даже не пыталась даже залезть. Таймер был, квикбол. То, что знаете... Снайви хочу, потому что... Ребята, огненные покемоны у нас есть, и все другие покемоны у нас есть, но с травяных нету. Ух, слава богу. Отлично, ребята, мы словились Снайви, это очень круто. А ну, давайте, знаете что? Бульбасар. Какого? Опа, Белспрут. Ребята, в этой серии мы, короче, травяных покемонов... О, да, а прикол, давайте только травяных покемонов в этой серии ловить. Как думаете, ребята? То есть... Травяная серия такая. Не, ну конечно, если там легенда или еще кто-то заспанится, то конечно мы ее словим. Но все же. Давайте в этой серии будем ловить только травяных покемонов. Пожалуйста, словись, Грейтбол. Не будь чукчей. Чукча. Вот ты чукча, а? Чукча. Ладно, давай левелбол залазь. То есть словили мы Снайви, может словим еще Белспрута, если он не будет паскудой. О, отлично, ну нападай, нападай, так крутишься, насолили тебе там. Так. Опа. Это где, покажите. Ребят, этого у нас еще нету, как раз для нашей коллекции, для коллекции в нашем, точнее, фруктовом саду. А вот это что? Ну это грибочки, да? Ну понятно. Ну чё, ребята, чё?
Бульбасаур, да? А, он уже напит. Твою ж Бульбасаур. Кого у нас вообще нету еще с травяных? Мы словили Трико, мы словили Чуртвига. Мы словили Снайви. А, ну только Бульбасаура еще не хватает. И, в принципе, ну сейчас мы без Белспрота словили, но, в общем, с стартовиков нам еще вроде не хватает только Бульбасаура. Бульбасаур. Так что, Бульбасаур, не выкобыливайся, а давай заспамимся, чтобы мы и тебя словили. Как раз, ребята, уже сейчас ночь, мы пойдем быстренько прокачаем Ханч Крова, Агрона и сразу берем Снайви. Потому что я заметил, в принципе, многие люди любят Снайви. А знаете что? А в этой серии, точнее, в этой, ну не команде, а вот сейчас следующего травяного покемона мы возьмем Снайви. А следующего травяного покемона мы возьмем Иви и сделаем Лифиона. Потому что многие люди, в принципе, вообще офигеть, как многие люди любят Иви, поэтому потом возьмем Иви. В принципе, Селеби даже тут может заспавиться, да? То есть Селеби спавится в этом, как его? В цветочном биоме, да, то есть в лесу, но то, что он заспавнится, это понятно, то есть легенда, да? Опа, как мы быстренько поменяли. Фу, ну что, ребята, ну что, давайте потопаем и быстренько за эту серию минус 2300, так, минус 2300, 105, 1200 где-то. Быстренько в этой серии мы прокачаем B-Sharp. Я правильно написал? Бишар, правильно. Но походу его еще нету. А давайте, знаете что, ребята? А давайте мы тут осветим вот это все. Клинк. Клинка мы вроде словили, да? Как-то непривычно, знаете, после после джетпака сразу на крылья переходить. То есть, как-то, знаете, очень хочется быстро полететь, а нельзя, потому что ты с крыльями. Кто там что-то пискнул? Ага, Старли. Ну ты... Так. Ну что, Бишарпы? Ну давайте заспамитесь, вы нам нужны, если честно. Да нафига нам Джиудут? Джиудут нам не нужен. Так. Ребята, ждем, пока начнут спавниться. Опа, 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 опа. Побежали. Первый. Первый наш Бишар. Этой ночью. Первое мы же прокачаем Хончкрова. Хончкров. Вот это имя убивает, если честно. Так, быстренько, быстренько. Я его слышу. Я тебя слышу. 5 уровней, ребята, как думаете, прокачаем? Я, в принципе, прокачаем, мне так кажется. Да? Опа. Еще и Тепигуща. Парочку уровней так захватим. Уже эволюция Тепига, ребята, это круто, круто. Круто, тенюшки. То есть новый покемон в музее. Ребята, не забываем, что скоро очистка музея через пару серий. Поэтому активненько продолжаем, начинаем. Если вы не комментировали, комментируйте. Потому что очистка будет, и многие, мне так кажется, вылетят. Пигнайт. Так, ладно, давайте дальше. Так, Джиудуд. У нас до Джиудуда еще нету, да, в принципе. А, в этой серии мы прям обязаны прокачать Хончкрова и Агрона. Это прям обязательно, ребята. Так, 5 уровней. В принципе, я не думаю, что это много, если честно. Опа, это выпало, да? Хм. А ты тут с Скармори топчешься, тоже хочешь получить? На тебе. Отлично. А, что можно выкинуть? Вот так. Что-то я не вижу, если честно, вообще Бишарпов как... О, вот вижу. Один. Как-то мало их, точнее, спавнится. Но все же. Ханькро уже 32 уровень. Вот чурки в бой вступили, а. О, ну хотя бы недолгий бой был, за это вам спасибо, если честно. А то еще ждать бы пришлось. Опа. Опа, такого у нас еще нету. Это можно выкинуть, это можно выкинуть, это можно выкинуть. Блуберри, кендлберри, страубери. Не, ну что-то с этого есть, но не все. Ребята, ребята, ребятушки. Не убей, пожалуйста, отлично. Снайви, Снайви. В этой серии мы уже и Снайви возьмем в нашу команду. Павниар, ну Павниар нам не нужен. Точнее, зачем его убивать, если он маленький уровень. Опа, опа, опа. Еще 2 уровня, давай, и Агрону еще 2 уровня. Прям, нам еще 4 уровня осталось и все. Да, в принципе, вот этого пузатика тоже убить можно. Опа. И еще раз. Опа. Так, где ты, где ты, где ты, наш Бишарпушка?
Не падай в лаву, не падай в лаву, паскуда. Не надо. Ну почему ты в лаву упала? Ну убей, пожалуйста. Какие-то огненные бои нафиг. Ну я тебя даже жду, короче. Они что-то... Короче, иди ты в жопу, а, Павниард? И Павниард, и Бишард. Будем мы там сидеть и ждать, пока вы разберетесь нафиг. Ух, нафиг. Половина ночи уже прошла, нам еще 4 уровня осталось. Я надеюсь, мы успеем. Половина ночи уже прошла. Фу, нужно успеть. Окей, хил. Давай, поднажми, нафиг, поднажми, 22-й уровень. А, но если он еще хилится, то это, конечно. Иди ты в жопу, а, и Бишарп, и Шакл. Там еще куча других Бишарпов, которых мы сможем убить и не париться, стоя там час и жда. И ждать тебя, да? Так, быстренько, ребятушки. Так, где еще? Опа. Еще один уровень нашей птички. В шапочке. И все. Ну, потом еще огромную, 2 уровня. Вот эти драчуны еще до сих пор даже ничего там не решили, свои проблемы. Но да ладно, мы не будем на них отвлекаться и пойдем сразу на других бишарпов. Давайте. Успеем, в принципе. Птичку 100% успеем. Вот, все успели. Фу, сейчас огромную еще 2 уровня. И все, ребята. И все. Огром уже еще будет 44-й после этого. Я надеюсь. Да, 44-й. Так, так. Ну, нет, пигнайта, ребят, какие нафиг пигнайт? Ой, я случайно. Да все, это максимум, что мы можем сделать этой ночью, то есть это максимум кача. В том смысле, больше мы 100% никого не вылиться нет. Точнее, не прокачаем до нужного уровня. Пигнайту там еще больше, чем 20 уровней осталось. Вы думаете, мы за 3 минуты ему 20 уровней прокачаем? Вряд ли. Все, ребята. Но пока еще ночь. Пока еще ночь там идет, чтобы можно выкинуть было. Вот это, допустим. Кого следующее? Давайте следующего Сфилу прокачаем, что ли. Или Зубатика. А как Зубат эволюционирует? Вроде... Ну он потом вроде счастьем эволюционирует свою третью эволюцию, как я понял. Так, а вот это куда можно одеть? На Пигнайта давайте, да? То есть Голбат, да, потом Кробат какой-то, но он вроде с счастьем, поэтому нужно запомнить. Ну, отлично, что мы выбили шапочку счастья, ну, которая прокачивает счастье. В принципе, это уже отлично. Уже сможем прокачать. А после Лифиона, после Иви, мы себе, наверное, или Амбриона сделаем, или еще кого-то. Потому что вот кто-кто, но Амбрион мне нравится. Так, ну вот эти еще в бою, давайте вылечим. Вот этот Бишарп с этим Шаклом, ну, там были одни, сейчас другие. Опа, зато тут куча заспавнилась. Не вступайте в бой, я вас прошу, пожалуйста. Ху, сразу двоих убил. Отлично. Так, опа. Мадбомб, Мадиватор, Бадраган, Мадбомб. Кстати, вот так. Следующим, кого будем прокачивать, Сфил. Какой он уже там уровень, сейчас я посмотрю. Какой он уже уровень? Он уже 26-й, ребята, мы успели ему прокачать около, хрен его знает, скольки уровнях. Ну, твою мать. Плюс к тому мы еще и пигнайта качаем, потому что на нем экспешер стоит. Как бы я хотел еще больше экспешеров. Почему нам они не падают? Вот это интересно, если честно. То есть, ребята, нам уже выпал один мастербол. А, нам уже выпало... Ну, куча нам уже даже паркболов выпало. А до сих пор выпал только один нафиг экспешер. Вы что, издеваетесь нафиг? Один экспешер. Да в предыдущем сезоне, кто смотрел, кто помнит, там же практически с 20 боссов нам один экспешер выпадал 100%. А тут с 300 боссов один экспешер. Ты что нахрен издеваешься? Да я же тут кружлял, полчаса ждал, пока ты остановишься, чтобы на тебя напасть. А ты, зараза, вступил в бой с Гравелером. Иди ты в жопу, а. Так, быстро, последний Бишарп, ребята. Последний Бишарп, которого мы убьем в этой серии, походу. Стой, пст. Вот, отлично. Зато мы Пигнайту прокачали около 10 уровней, мы Сфилу прокачали около 10 уровней, мы...
прокачали до нужного уровня Ханчкрова и Агрона. Я там, да уже иди ты нафиг вот тот. Не хотел ты вступать в бой, сейчас я на тебя обиделся, не буду я тебя убивать. Ха-ха. Так, Бульба, Бульбасаур. А вдруг возле дома где-то заспавится, будет круто. Так, ну что, ребята, мы выкладываем Ханчкрова, мы выкладываем Агрона. Так, давайте, Ханчкрова выкладываем вместо кого, я сказал? Вместо Снайви, да? Снайви. Отлично. А Агрона выкладываем... кого? Вместо кого бы? Ну, давайте. Хундур. Как бы его поприкольнее называть? То есть Руфлет-рулет, а Хундур... дайте придумаю. Гундур. Я не знаю. Все, что мне на голову спадает, это что-то связано с Гондурасом. То есть, похоже, Гундурасник. Гундура... Нет. Гудораска. Во, Гудорас пускай будет. Гундур, Гудорас. Я не знаю, ребят, кто может что-то прикольное придумает, напишите в комментариях. Так, сначала бы покушал. Быстренько. Хо, ну что, двух новых покемонов мы взяли в этой серии в команду. Точнее, ну сейчас кого бы прокачивать, да? Вот это бы еще можно поставить, честно. Ну, у нас просто места сейчас нету, нужно еще больше вот этих участков для деревьев сделать. Тут у нас уже растет, тут у нас уже тоже растет, тут еще это не выросло, еще одна штучка. А знаете куда? Знаете куда? Мне говорили, что бананы могут расти на больших вот этих. Сейчас, секунду. Ну, текст, вот. Что они могут расти на больших горах в этом, в саванне. Поэтому сейчас мы, ребят, попробуем. ТП. Тут вроде нужно на большую высоту какую-то, потому что это вроде... Нет, это небольшая гора. Не сюда. Вот сюда может ТП. Да, вот большая гора. На самом верху. Ну чё, бананашечки. Где вы? Вы нам нужны. Хочу я бананчики себе посадить. Ну, говорили, что тут. То есть, в саванне, в горах, где-то... Ты чё, нафиг издеваешься? Опа, это что такое? Так, ладно, давайте посмотрим. Это... Нет, вряд ли это бананы. Вот это... Вот, этот... Бананчики! Это бананчики? Я надеюсь. А вот это что? Ребят, тут куть. Так, нужно запомнить вот это место. Тут еще что-то есть, какие-то или персики, что ли, еще что-то. Вот тут что-то. И все, короче, отличается, даже вот тут. Ребят, нам нужно тут стоять, чтобы вот это все дозрело. А хотя... Давайте запомним вот это место, точнее. ТП, минус Г9. Офигеть координаты. Офигеть координаты. 118 2068. О, там еще и босс заспавнился. Он в земле? Если в земле, иди в попу, пожалуйста. Нет, не в земле. О, вот это бананы. Ребята, сейчас. Опа. Экспешер, ребята, давайте все вместе. Экспешер. Иди в жопу, Эконс. Не дал ты нам экспешер. Так. Это... уже немного там и прокачанный наш. Насколько он уже прокачанный? 309, нормально. Ну что, ребята, давайте быстренько тпхнемся домой. Я хочу вот это все забрать. Опа, еще один босик. Ну... Ну кто же еще нафиг? Кто же еще, если не Дигли, да? Я хочу косточки взять, потому что, кто помнит, мы очень много... Большое количество сокровищниц нашли. И у нас есть много вот чего. Это давайте возьмем. И вот это давайте возьмем. И сейчас опа. И давайте вот так. Ху. Место, я не знаю, если он... Ой, если у нас место, чтобы выложить. Давайте вот это выложим. Хватит. Ну что, так, давайте еще вот это. Поехали, ребята. Что у нас тут может быть? Что это такое? Класс, дальше.
Так, где? Лимон, ребята, мы лимон нашли. Это что? Где? Папайя! Нифига, ребята! Спасибо тем, кто сказал, что на больших горах вот это все спавнится, потому что я был не в курсе. А тут действительно многих всяких фруктов. Это что? Грейпфрут! Охренеть, там я еще что-то видел. Быстро. Это бананчики. Нет, ванила бин. Ни хрена себе. Класс. А бананчики тогда где растут? А вдруг тут может еще что-то будет? Это они вроде не похожие. Поэтому давайте еще и вот это. И вот это посмотрим. Это что? Это что-то другое. Это что? Тогда тут может еще что-то быть. Вот это у нас есть, да? Нет, прикиньте, даже вот этого нету. А что тогда вот это? Сейчас мы разберемся, ребята. Что это? Априкор, нафиг, да? Новый вид, короче. Да не, я шучу, но все же. Вот это у нас есть. Нету! Да ну нафиг, сколько тут вот этих? Хотя это круто. Драгонфрут. Но это вроде у нас уже есть дома, если я хорошо помню. Но все же, ребят, сейчас мы посмотрим, вдруг тут еще что-то клевое будет. Это у нас есть уже. Опа, это что такое? Так мы отсюда это и взяли, да? И вот это мы отсюда взяли. Главное еще в лаву не упасть. Это тоже у нас есть. Опа, это что такое? Сейчас мы, ребята, посмотрим. Спасибо тем, кто сказал, что на вот этой горе может быть. Сейчас, ребят, давайте сначала вот это. Что это? Я хочу увидеть. Дуриан. Хрен его знает. Тут много всего, если честно, непонятного. В принципе, вот эти названия потом нужно будет посмотреть. Или кто-то, может, напишет? Так, ну что? Куда бы еще пойти? Ребята, я хочу сказать спасибо тому, кто это написал. И, в принципе, всем вам спасибо, то, что мне сказали, что на вот этой большой горе может быть... большое количество всяких фруктов. И, в принципе, это действительно так. Смотрите, что мы нашли в этой серии. Априкот, я буду читать по-английски. Драгонфрут, ванила бин какой-то, дейт, дуриан. Еще что? Вот тут вроде все, да? Еще вот тут. Лимон мы нашли, это тоже классно. Папайю нашли, грейпфрут нашли, алмонд нашли, чеснат нашли. Но это вроде мы в обычном лесу нашли, но все же. Сколько? Тут... О! Привет, Айфлоужен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы чё прикалываетесь? Ребята, мне нужно сделать 8... Нафиг. 8 новых мест в нашем... в нашем саде фруктов. 8 новых территорий. Это просто очуметь. Сколько мне вот это нужно... Так, сколько вообще мне это нужно будет делать? Охренеть. Ну да ладно, давайте уже быстренько домой. И пока есть еще чуть-чуть время, давайте убьем этого босса, если он не в земле, а он не в земле. Сколько там мы уже? Сейчас посмотрю. Но уже вроде хватит, то есть уже больше 20 минут, уже нужно заканчивать потихоньку. Экспешер, пожалуйста, я тебя прошу. Ты паскуда. Ладно, но экспешер нам действительно пригодился бы. Потому что, смотрите, у нас один экспешер. Это просто очуметь. Так, давайте вот это поставим. Ну, зато мы много фруктов нашли в этой серии. Это очень круто. Много фруктов, это круто. Но то, что мне много сейчас территории нужно делать, это хреново. Но все же, фрукты это круто. Так. Иви. Я хочу посмотреть, кто тут у нас, кого мы поставили. Ага, тебя мы поставили. Опа, вот, тут у нас место есть. То есть мы эволюционировали Лайрона. Белкоскрет, ты, походу, вылечь из музея. Я просто так угадываю. Но что-то мне кажется, что ты уже очень давно не комментируешь. Но я просто так предполагаю, да? Ну что, ребят, сейчас посмотрю, кто у нас там дальше идет по списку.
В принципе, большой. Ну ладно, давайте еще. Я посмотрю, ребята, кто у нас там идет дальше по списку. Дальше у нас идет Данил Ивашин. Как тут написано, так я и поставлю прямо вот сразу. Поздравляю, ты попал в музей. Дальше. Дальше. Уже и кадабру нужно эволюционер, потому что тут место пустует. Отлично, дальше. В подвальчик. Минус первый этаж, можно и так сказать. Так, потопали. Тропинч, ла-ла-ла-ла-ла. Гондурас. Манки тоже нужно. А в шакал вроде вообще эволюции нет. То есть можно ставить сразу. Ну ладно, потом тогда поставим, если что. Так, тут нету. Отлично. Кого мы словили? Мы словили Снайви. Ой, не сюда, а сюда. Снайви. Чё, ты большая какая-то? Заметь. Ну. Вот так. Кто у нас дальше идет по списку? Дальше у нас идет по списку Денис Пащенко. Пащенко. Извиняюсь, если я неправильно выговариваю, но, в принципе, я не знаю, как у вас выговаривается, поэтому заранее прошу прощения. И Белспроуд. Я надеюсь, правильно написал? Правильно. Замечательно. Кто у нас дальше идет по списку? Миша Антипов. Как тут написано, так я и добавляю. То есть, если могут быть ошибки в имена, то фиг его знает. Прошу прощения тоже. Так. Ну что? Кого мы еще прокачали в этой серии? В принципе, вроде никого. Кого бы можно было добавить в музей, да? Ты точно! Точно, я вспомнил. Вот это нужно убрать. Это я, наверное, случайно поставил. Почему это вообще вот так? Ладно, потом уберу, если что. Я это даже вообще не заметил, если честно. Ну да пофиг. Или, в принципе, пускай будет так, если что. Нет, потом заменю. Я честно, ребят, даже не заметил. Пигнайт. Точно. Про тебя я забыл, Чукча. Ты что думал? Я не вспомню. Ха-ха-ха-ха-ха. Конечно. Пигнайт. Вот так. Кто у нас... Встань на место. Или ты там хочешь стоять? Я не хочу, чтобы ты там стоял, зараза. Толстенькая. Пигнайт. Ух, это очень большой. Вот так. Какой, в принципе. Кто у нас дальше идет по списку? Дальше у нас идет по списку Рекс и Влад. Этот человек уже давно в моем списке, но я всегда почему-то забывал его добавлять. Я, честное слово, чувак, я не знаю, как тебя записать. И то ли Рекс, то ли Влад. И может, у тебя двойное имя, но пускай будет вот так. Если что, напишешь, я потом поменяю. Кто тут еще просил поменять ему имя? Микки, Михаил Авдеев. А Михаил Авдеев, он у меня тут записан в блокноте. Михаил Авдеев, если нету. Что это, почему у меня так записано? А это, походу, знаете, просто знакомые фамилии. Вот, смотри, сейчас. Это, походу, просто знакомые фамилии. Где-то я его видел или что. И просто я написал, если его нету в музее, значит, его потом добавить. А его, походу, нету в музее. Поэтому потом я его добавлю. То ли мне кажется, или где-то уже была фамилия Авдеев. Агеев, то есть Максим Агеев и Михаил Авдеев. То есть, ребята, сколько вас человек и как это вообще легко вас с кем-то спутать? То есть Максим и Михаил на М начинается и на М начинается. Агеев, а там Авдеев. Одна буква меняется, она добавляется и все. Ну, в принципе, так и так, наверное, начинается. МВ. Ну, в принципе, ладно, тогда я тебе потом добавлю, когда у нас будет свободное место. Ты у нас тогда в приоритете стоишь. Сейчас я тебя сразу запишу. Вот так. Знаете, кто у меня тут стоит? Я просто по секрету вам скажу, кто у меня тут стоит. У меня тут стоит на третьем месте человек, которого я записал, Станислав Попик. Но я заметил, что он уже не комментирует, поэтому давайте сделаем такую ачивку, что ли. Если он не отпишется в этой серии в комментариях, тогда не попадет в музей вообще никак, потому что я заметил, что он уже не комментирует. Но если вдруг посмотрит это видео, если вдруг отзовется в комментариях, я буду следить, то мы его добавим в музей. Если не отзовется, то тогда извиняюсь. Также кого бы еще проверить, например, вот так. Давайте проверим. У меня тут, ух, чувак. Тут у меня один чувак два раза записан. Наверное, столько комментировал, что его два раза записал. Или просто... О, давайте еще проверим вот этого чувака, который два раза у меня был записан. The Mr. Dingo.
То есть ты у меня сейчас стоишь в музее на верхних слоях, можно и так сказать. Если ты не отзовешься в этой серии, то чик-чик-чик-чик-чик по попе и вон чувачина. Если ты не отзовешься. Кто у нас тут еще есть, я посмотрю. Ну, давайте еще одного третьего, последнего. Это у нас Diamond Show. Если ты не отзовешься в этой серии, то тогда не попадешь в музей. Потому что это уже значит, что ты просто-напросто перестал комментировать. Опа-опа-опа. Ребят, на этом мы заканчиваем. Всем за просмотр. Я вас всех люблю за то, что вы ставите лайки и комментируете видео. В принципе, продолжайте так же делать. Опять Маркро. Это мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Нафиг, уже заговаривались, уже ночь капут. Всем удачи и всем пока.